она летала и с летчиками молодыми, которые вот приходили, пополняли полк. Девятого апреля она вот полетела с Прокофьевой, и их сбили. А 11 апреля Керчь освободили. Вот, понимаете, за два дня до этого вот они. И она там в Керчи погибла. Потом мы вступили, после освобождения территории нашей страны, мы выступили уже в качестве освободителей территории других стран. В освобождении Белоруссии, Польши, в освобождении, в частности, Варшавы. И потом мы участвовали в освобождении собственной территории Германии. Последний боевой вылет был это 4 мая 1945 года. Это в 60 километров от Берлина. Летали утром построение, так, и на построение нам объявили, что все, Германия капитулировала, подписан мир, победа. На последнем нашем сборе вот приняли решение о том, что мы будем каждый год встречаться 2 мая и 8 ноября. Это было самое значимое время в нашей жизни – война.
И потом, после войны, вспоминая войну, она нам снилась во сне. Мы просыпались от того, что мы видели, как нас стреляют или как мы делали. До сих пор снятся. Вот я вот взлетаю и никак не могу взлететь. Что-то мне мешает, понимаете. И подруг своих вижу. И даже которые уже ушли из жизни, я их вижу. Это время не то, что вспоминаешь, а оно всегда присутствует. И всегда вот перед глазами и те девчонки, молодые, красивые, которые, по сути дела, свою жизнь пожертвовали ради спасения Родины. И эти девушки, мы о них всегда помним, у них сейчас нет детей. Мы живем не просто свою жизнь. Мы живем еще и за тех, которые погибли.